think something new under the sun. You can't take back them things you already done. Всем привет, меня зовут Надыр, я учусь на роботехнике Data Kids. Я сделал из 3 RGB LED лампочки и 1 потенциометр. Мне ушло за этому 1 час. Я кручу на потенциометр направо, мне загорается 1 RGB лампочка, я кручу на правую, а у меня загораются 2 RGB лампочки. Мне нравится с этим лампочком включаться по потенциометру и на кнопки. Я хочу на будущем сделать такими лампочки, но большими проектами.